актом предательства страны я считаю... К критике я отношусь. Нужно говорить искренне. У меня пропало чувство, что что-то можно изменить. Вопрос, готовы ли вы смириться с этим и почему? Естественно, я говорю о политике, потому что для меня все начинается оттуда. Что конкретно мне не нравится? Какого мужчину я вижу рядом с собой? Ты покраснел? В воскресенье в 19:00 на Реалитате ТВ интервью с Марией Левченко.